Сорока 6-летняя Анна Михалкова показала редкое фото 6-летней дочери Лидии. Наследница легендарного режиссера первые 5 лет жизни малышки скрывала ее от общественности. У актрисы есть 3 детей, старшему Андрею уже 20 лет, а Сергею 19. Сыновей и дочь Анна родила от своего супруга, бизнесмена Альберта Бакова. Влюбленные вместе уже больше 20 лет. Однако до рождения дочери ходили слухи о разрыве пары. Андрей и Сергей не любят фотографироваться и предпочитают вести непубличный образ жизни. Их маленькая сестра пока еще получает удовольствие от совместных кадров с мамой, а поклонники Михалковой с нетерпением ждут момента, чтобы полюбоваться малышкой Лидией. Девочке в этом году исполняется 7 лет, и она пойдет в 1 класс. По этому поводу у звездной мамы есть особые рассуждения. «Когда старшие парни должны были пойти в школу, я ужасно за них волновалась. Сейчас я больше волнуюсь за школу», — с юмором сообщила Анна. Она поделилась снимком, на котором вместе с дочерью запечатлена в лифте. На лице у Лидии сияет коварная улыбка, явственно свидетельствующая о далеко идущих планах на шалости. Первым на признание актрисы отреагировал Максим Виторган. «Скажи, в какую вы идете, людям надо успеть убежать», — написал он. Лидин взгляд не предвещает школе ничего хорошего. Если школе станет страшно, она пошлет всех учеников на дистант. «А мы думали, зачем это все придумали. Обожаю ваш юмор». Копия дедушка Никита Сергеевич, прокомментировали фолловеры. Анна Михалкова призналась, что получила выплаты на дочь от государства. Актриса в последнее время заметно похудела, что не осталась незамеченным фанатами. Звезда сделала честное селфи, которое очаровало ее поклонников.